Всем привет! Я Евгений Кочергин. Хочу немножечко рассказать про дыхание. Тема, конечно, очень обширная, тема очень важная, но я постараюсь очень кратко. То есть самые важные моменты, которые хочу указать, что дыхание и опора – это разные вещи совершенно. То есть дыхание – процесс физиологический, просто дышим, получаем кислород, выдыхаем углекислый газ. А опора – это процесс певческий. Притом опору мы называем опорой, но одновременно она является и поддержкой. То есть технически это и то, и другое. Притом опора – это целый комплекс действий, скоординированных, который дает нам плотный звук. То есть само по себе дыхание ничего нам не дает, мы просто дышим. А опора – это уже работа с пением. Поэтому тренировать отдельно дыхание от пения – дело совершенно бессмысленное и ненужное. Поэтому не стоит браться за какие-то супер-пуперные упражнения, дышать там по 20 минут, да, то есть вы от этого петь лучше не станете. А если вы будете делать это со звуком, под присмотром педагога, который будет слушать вас и отслеживать работу вашей гортани, ваших мышц, живота, спины, то есть как вы вдыхаете, громко ли, тихо ли, и тогда вот будет результат. Вот примерно так я вкратце хотел сказать.